Привет, ребята, меня зовут Полина, давненько не снимала влоги, уже и разучилась, я никогда и не умела их снимать, но тем не менее, вы давно просили стать ми влог, так что я решила сегодня снять, так как мне нужно делать много разных индивидуальных работ. В феврале мы снова выходим на учебу, и выходим мы офлайн, я буду ходить в универ. Впереди целый день, и я хочу учиться делать эти индивидуальные работы, разные проекты, но я сейчас была на почте, забрала посылочку и хочу с вами распаковать. Вот такая небольшая посылка. Так, мне нужно как-то вас установить, чтобы вы видели. Все равно не очень хорошо. Ой-ой-ой, нет. Возьмем нож. Распаковываем. Джеральд упал. А что я распаковала? Мама дорогая, как здесь все мило. Вот откуда эти крошки. Запаковано красиво. Я сейчас вам покажу, как это все выглядит. Вот такая вот красота. Это вот с этого магазина. Если что, в своем телеграм-канале я оставлю все ссылки. Так что, если хотите, переходите и тоже заказывайте. Здесь даже резиночка есть. Ничего себе, как мило. Да, конечно, здесь положили и вкусняшки, но это была плохая идея. Здесь косметичка с моим именем. Сейчас вам покажу. Я вот это не заказывала. Наушники, в общем, да, какие-то аниме-наклейки. Здесь было 3 печенья с предсказанием. Интересно, давайте почитаем хотя бы одно предсказание. Покупай билет в лото, скоро выиграешь авто. Вот это лопата. Внутри она в цветочек, снаружи такой барашек. И здесь вот написано мое имя вышито. Я думала, что она будет намного меньше, но она прям такая гигантская. Давайте распакуем свечи. Первая свеча называется «Ванильное облако в сосновом лесу». И посмотрите, какое описание. Кстати, она должна издавать такой приятный звук, потому что посмотрите, какой фитилек. Вторая свеча называется «Кокосовый плен». Я, кстати, очень люблю кокосы. Интересно, пахнет кокосом? Вот такие вот 2 новые свечки в коллекцию. И они очень красиво выглядят с крышечками, поэтому будет удобно хранить. Это тоже свеча. Вот такая вот маленькая свечка, называется «Утро в отеле». Мне даже стало интересно, как пахнет утро в отеле. Пахнет свежестью. Вот такая у меня получилась небольшая распупырка. И если вы хотите тоже заказать свечи, либо вот такие вот именные косметички, вы можете переходить в мой телеграм-канал, я там оставлю все ссылки. Давайте делать уборку на рабочем столе и приступать к учебе. А еще я хочу выкинуть эту коробку, потому что у меня печенье по всей комнате. Показываю вблизи, как она выглядит. Это такая вот потрясающая мягкая косметичка из вот этого магазина. Можете найти. И мне кажется, сюда влезет почти вся моя косметика, как уходовая, так и декоративная. Я только что пообедала, выпила микстуру. В общем, я пью вот этот вот синупред, чтобы легче было дышать, так как у меня проблемы с носом, нужно делать операцию. Поэтому я через каждые 3 часа капаю капли, спрей, чтобы хоть как-то дышать. Вот, но не об этом. Я сейчас хочу сделать кофе и перекусить вот таким вот протеиновым батончиком. И потом буду начинать заниматься учебой. Посмотрите, какой набор чая мне мама подарила на Новый год. Здесь 60 пакетиков и 12 разных вкусов, как черный, так и зеленый, разный цветочный, травяной, лечебный. В общем, да, очень много разных. Я уже многие попробовала, мне безумно нравится, особенно вот этот вот strawberry marshmallow. Обожаю такие наборы. Кстати, напишите в комментариях, что вы больше любите, чай или кофе. Я, наверное, больше чай, кофе очень-очень редко пью и только с молоком. Мы пойдемте пить
кофе с шоколадкой, какао. Ой, а как телефон взять? Сейчас мы все сделаем. Все возьмем. Еще и по лестнице нужно спуститься. Сейчас попью кофе, хочу съесть вот такой вот батончик протеиновый с витаминами, какао-шоколад. Также хочу зажечь свечку, послушать, будет ли треск, как в камине. По идее, вот эта вот штука должна издавать такой приятный звук. И правда. Сейчас вам покажу, что мне нужно делать, если я не ошибаюсь. Надеюсь, что я не ошибаюсь. Мне нужно сделать 5 индивидуальных работ. Мне осталось примерно 2 недели плюс-минус. Я выписала по каким предметам, что нужно делать. Конечно же, здесь не все, просто по некоторым предметам индивидуальная работа, но я конкретно не знаю, что именно. Вот по принципам бизнеса и по психологии я точно знаю, что делать, поэтому буду начинать с них, поэтому я их и подчеркнула маркером. А еще я вам хочу кое-что показать. Всегда, когда я что-то делаю, я обычно включаю музыку на ютубе, либо классику, либо какую-то современную. Так вот, видите вот этого вот паренька, который под ютубом якобы что-то рекламирует? Мне постоянно кажется, что это Влад Бумага сидит, пьет чай и смотрит на меня. Или кофе. Нет, ну правда, скажите, что похож. Включаем Майли Сайрус. Почти все работы мне нужно делать на компьютере, поэтому включаю. И в основном это проекты в Word, в PowerPoint. Я делаю все на своем стареньком компьютере, потому что здесь есть вот этот вот пакет с PowerPoint, Word, Access, Excel. И он мне нужен. На Mac у меня такого нет. И Mac у меня в основном для монтажа роликов. Так что да, открываю. Он у меня очень долго грузит, но тем не менее что-то доработает. В последнее время он вообще... Не хотела совсем грузить, но я обновила, поудаляла очень многое, поэтому он у меня уже немножко начал работать, и это хорошо. Вот смотрите, вот он сейчас грузит, включает Google, загружает. Буду начинать с психологии, нужно пройти тест и сделать психологический портрет себя, плюс презентацию на любую тему, 15 слайдов, вроде бы все, я очень надеюсь, что это все, и мне потом не нужно будет переделывать или еще что-то делать, так что начинаем. Первое задание, нужно пройти какие-нибудь тесты, я хочу первый тест пройти на IQ, никогда вроде не проходила. Вы предпочитаете одиночество? Да. Хотели ли вы когда-нибудь разрисовать? Рисовать картинами стен в свою комнату. Да. Делала презентацию, сейчас вам покажу, какая она у меня получилась. Вот так она выглядит. Я делала на тему мимика, взгляд, поза и жесты. Получилось очень много слайдов. 15, по-моему. Вот, и мне, в принципе, нравится. Вроде неплохо. Уже отправила на проверку. Начала не включать подсветку, просто такой ночник, подсвечник, в котором гирлянда и лампа горит. Да. В общем, в моем холодильнике мышь повесилась, поэтому я сейчас иду в магазин, чтобы купить немножечко продуктов, что-то поесть. И мне пришла в голову одна идея, так что пойдемте. Кстати, я вроде бы не говорила на канале, что у меня появилась камера, а только показывала и в Телеграме написала пост. В общем, да, у меня сейчас Canon G7X с вот таким вот откидным экранчиком. Мне очень нравится. Правда, сейчас, вот прошло некоторое время, я бы купила совсем другую камеру. Я немножко пожалела. Но ничего, пока буду снимать на эту камеру. Ходила я в магазин, купила торт, свечи, которые уже рассыпались. И сейчас я буду делать сказку. Кстати, торт называется «Сказка». Для начала перекушу, у меня там чайник на заднем фоне, и офигеть, тут даже вилка есть, обычно никогда не видела, чтобы в таких ппшках были вилки,
И здесь три какие-то специи, натуральные овощи, сытный соус с мясом и натуральные специи пряности. Сомневаюсь, что это натуральные. Все, пусть готовится, а мы разберем продукты. Протеиновые батончики, чтобы потолстеть. Фанта, которую буду пить с тортом. Любимые кислые зеленые яблоки. Сметана для вареников. У меня что-то потекло. Я подумала, что я никак не отпраздновала свои 600 тысяч подписчиков, поэтому я специально купила вот такой вот небольшой торт, сказка называется, как вам показать, чтобы он не упал только. И также купила свечи, еле нашла, такие вот красные, кушаю торт и пью фанту. Посмотрите, какие красные свечи. Так как моему каналу 3 года, будет 3 свечки. Вот такая красота специально для вас. И я хочу поблагодарить всех тех, кто меня смотрит. Возможно, вы только недавно присоединились, либо уже несколько лет со мной. Спасибо большое. Мне очень приятно, что кому-то интересно смотреть, слушать то, что я делаю, создаю. Всех люблю и поздравляю нас! Ура! Теперь кушаем тортик. Впервые кушаю целый торт. А я иду закапываю нос, потому что я не могу дышать. Все, психологию я полностью сделала, психологический портрет, кстати, здесь есть мои личные данные, я их, в принципе, не скрываю, можете почитать немножко во мне, и здесь разные скрины этих тестов психологических, и могу отметить, что психологию я полностью сделала. Следующее, что я буду делать, это, наверное, принципы бизнеса, тоже довольно-таки объемная работа, здесь вот все пункты, и это, кстати, писала не я, это писал учитель, как бы видим, да, какое у нас в Молдове высшее образование, но это дело в том, что у нас большинство преподавателей разговаривают на румынском языке, молдаване, поэтому как бы допускают ошибки в русском языке. Сомневаюсь, что я сегодня успею сделать вот эту вот всю работу, потому что здесь есть как и в Word'е нужно выполнять, так и на Ватмане или на А4. Да, здесь первое задание, вообще нужно сделать фотографии, то есть ходить по городу и делать фотографии компаний, которые мы посетили, фото входа в дверь компании, документы информационных панно, стендов, в общем, да, вот такое вот задание. Но здесь есть какие легкие пункты, вот, например, перечислите 5 положительных качеств и 5 отрицательных качеств личного характера. Это пока что еще так поверхностно, мы не углубляемся именно в нашу специальность, поэтому да, вот такие вот работы у нас. Как нравится, как звучит свеча. Кстати, здесь время неправильное, это время правильное. И я подключила колонку, слушаю разные треки. Я стараюсь каждый день делать какие-то физические упражнения, тренировки. И даже если я не успеваю или же мне не хочется делать тренировку, я хотя бы сделаю планку где-то 2 минуты. То есть сначала на руках ровных и вторую на локтях. Уже прошло достаточно много времени, я сделала 3 объемных пункта. И хочу сделать тренировку от Хлои, конечно же.
сейчас уже 21:40, я плохо разговариваю, так как в капах, и хочу перед сном отдохнуть за чтением книги. Буду читать 20 минут вот такую вот книгу от Ларри Кинга. Так что да, всем спокойной ночи, спасибо большое, что посмотрели этот влог. До новых встреч!